Дон и Стюарт были такими же, как любая другая пара. У них было много общих интересов и увлечений, что делало их идеальной парой. Одним из их общих интересов были животные, главным образом собаки. Вот почему вскоре после того, как они стали жить вместе, они купили собаку. Бини так звали огромного боксера. Возможно, все начиналось с малого, но оно быстро расширилось и стало довольно хорошо построенным и надежным. Возможно, Бинни и казался свирепым и способным выиграть любую драку, но правда заключалась в том, что он был самой мягкой и любящей собакой, о которой Стюарт и Дон могли только мечтать. Пес стал первым членом того, что должно было стать их новой семьей, но он не собирался быть последним. В середине марта того же года Доун обнаружила, что беременна. Они со Стюартом не планировали заводить ребенка, но восприняли эту новость с волнением. Им не терпелось подарить бини друга, с которым она могла бы расти. Беременность протекала гладко, и в январе следующего года она родила счастливого и здорового мальчика, которого они назвали Мейсоном. И Стюарт, и Дон оказались замечательными, любящими и мудрыми родителями, которые сделали бы все для своего маленького мальчика. В течение года Мейсон быстро развивался и вскоре уже сидел, даже ползал и пытался ходить. И несмотря на все это, Бини была рядом как его лучший друг и закадычный приятель. Они никогда не расставались, их дружба была восхитительной, но в то же время именно она спасла мальчика от неминуемой смерти. Годы спустя это было их самое первое Рождество с Мейсоном. Стюарт и Дон хотели сделать это особенным. Они собирались провести день вместе, как семья, открывая подарки, играя в игры и поедая еду. Конечно, Мейсон, возможно, все еще был слишком молод, чтобы по-настоящему оценить все это, но все равно это был особенный день и волшебный момент, который останется в памяти Стюарта и Дона на всю оставшуюся жизнь. Даже Бини участвовала в акции, надев наряд Санты, который купила Дон. Количество подарков, которые люди купили Мейсону, было смехотворным, но никто не мог отрицать, что это был фантастический день. Бинни бегал вокруг, играя с оберточной бумагой, разбрасывая ее во все стороны, а его семья наблюдала за этим и смеялась. В конце концов, они все проголодались и поужинали замечательной домашней индейкой, дополненной шампанским для Стюарта и Дона, фруктовым соком для Мейсона и чашкой с охлаждающей водой для Бини, которая после еды уже давно сбросила наряд Санты. Стюарт поднял Мейсона и положил его на кровать. Это был долгий, напряженный и волнующий день для маленького мальчика. В возрасте чуть меньше года он, без сомнения, был бы разбит в дребезги. Поэтому неудивительно, что Мейсон крепко заснул еще до того, как Стюарт добрался до двери спальни. Его отец приоткрыл окно, чтобы выпустить душный воздух, и положил ребенка в свою кроватку. Когда он выходил из комнаты, в комнату вошла Бини и сразу же запрыгнула на прикроватный столик в кроватку Мейсона и тоже заснула. Стюарт улыбнулся и ушел, оставив дверь слегка приоткрытой на случай, если собака захочет уйти. Стюарт спустился вниз и помог Дон прибраться, прежде чем сказать жене, что собирается отвезти несколько подарков в дом своего брата на другом конце города. Дон поцеловала его на прощание и сказала, чтобы он долго не задерживался. Затем она легла на диван перед телевизором. Вскоре ее веки начали тяжелеть, и она тоже погрузилась в сон. Она не знала, что катастрофа вот-вот разразится. Вот-вот должно было произойти что-то явно ужасное. Прибираясь на кухне, ни Дон, ни Стюарт не заметили, что одна из конфорок духовки все еще включена. Случайно брошенная тряпка упала на варочную панель и начала тлеть, прежде чем вспыхнуть пламенем. Через несколько мгновений огонь распространился, и большая часть кухни была объята пламенем. Вскоре пламя заполнило комнату и добралось до соседних, сжигая все, что было на его пути. Огонь быстро распространился. По всему дому было много оберточной бумаги и других ликовоспламеняющихся веществ, и он, по сути, горел как трутница. Быстро и интенсивно дым начал проникать в переднюю комнату, где спала Дон, и вскоре ее разбудила плотная черная занавеска. Она тут же запаниковала и вспомнила, что Мейсон был наверху, в своей кроватке. Она вскочила и побежала к лестнице, на бегу прикрывая нос и рот от дыма. Но сильный огонь охватил нижнюю часть лестницы, и пройти по ней было бы невозможно. Огонь взревел, и у Дон не было другого выбора, кроме как бежать из дома, в ужасе думая о том, жив еще Мейсон или нет. Но чего она не знала, так это того, что как только пес Бини учуял запах дыма, он начал действовать. Бини закрыл дверь спальни, чтобы предотвратить проникновение дыма в комнату, а затем подпрыгнул к окну, просунув голову в маленькую открытую щель. Используя свою голову, он приоткрыл ее пошире. Это отняло много сил, но в конце концов Бини открыла окно достаточно широко, чтобы он смог пролезть внутрь. К счастью, недалеко под окном была крыша, а за ней мягкие кусты, в которые он мог запрыгнуть. Бинни глубоко вдохнула прохладный ночной воздух и, развернувшись, побежала обратно к койке Мейсона. Он прыгнул внутрь и схватил ребенка за шиворот пижамы, поднял его изо всех сил и медленно понес через комнату. Всего за несколько мгновений бушующее пламя за дверью спальни прогорит насквозь и подожжет все пластиковые игрушки. Итак, Бинни подняла плачущего ребенка и держала его на руках, пока он вылезал из окна и спускался к кустам внизу так тихо, как только мог. И Мейсон, и Бини получили несколько порезов и ушибов, но их небольшие травмы были предпочтительнее, чем оставаться в доме лицом к лицу с огнем. Стоя перед домом, Бини слышала отчаянный крик Дон, но собака-защитник продолжала нести Мейсона по саду прочь от пожара. Но именно тогда он сделал нечто шокирующее и совершенно неожиданное. Все еще держа плачущего ребенка в зубах, Бини вышел с ним на середину дороги и положил его прямо на линию, по которой проносились машины. Почему он так поступил? Что ж, это был довольно умный ход со стороны собаки. Видите ли, он знал, что пожарная машина подъедет с той стороны, и когда она подъедет, то увидит его и ребенка на дороге и остановится, чтобы помочь им. Это был рискованный план, но Бини инстинктивно понимал, что должен защитить и спасти Мейсона. Как будто это было запланировано, звук удаляющейся пожарной машины быстро становился все ближе и ближе, пока она с ревом не появилась в поле зрения. Бинни нервно расхаживала вокруг плачущего Мейсона и надеялась, что пожарная машина увидит их на дороге. К счастью, это произошло, и машина со скрежетом остановилась. Двое пожарных выскочили из кабины, чтобы помочь собаке и ребенку, в то время как остальная команда побежала бороться с огнем. К тому моменту дом превратился в пылающий остров, и ничто и никто не выжил бы в нем. Однако, к счастью, за исключением незначительных травм, полученных во время побега, и Мейсон, и Бини были в полном порядке. Пожарный отнес маленького мальчика за угол пылающего дома к его бьющейся в истерике матери. Дон была вне себя от страха, что ее малыш оказался заперт в доме, как и Стюарт, который примчался обратно, как только услышал, что происходит. Но выражение облегчения на их лицах, когда они увидели своего сына, было трогательным. Пожарный объяснил, что Бини спас мальчика в одиночку, и они сразу же бросились обнимать его в знак благодарности. Семья никогда не смогла бы отплатить собаке за спасение жизни Мейсона, но Бини не возражала. Он просто был счастлив, что его семья счастлива. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй.